И тут уже даже уже отцвел. Вот у меня цветает даже лимонник. Это у нас, смотри, раз, два, три и четыре. Это четыре дерева малины. Так. Это хеномелис или японская айва. Это сливочка у нас. А вот виноградик мы посадили новенький. Это лаванда. А возле лаванды наш знаменитый кактус. Он собирается цвести, скорее всего. Да? Может быть. Он же цветет раз в несколько лет. Вот. Все. Самшит. Тут самшит. А это тибетская мята. Виноград. А вот там мелисса. Вон кусочек мелиссы. А это мята перечная. А это снова у нас виноград будет, чебучки. Еще будешь? Сюда? Пошли. Можешь снять вот. Это золотистая смородина, один куст. Это хрен. Это лук многолетний, шнит лук. Это я не знаю, как цветочки называются. Вот это груша. В этом году, вон, видишь, груша есть. И там есть грушки. Вот это куст кумберлена. Вот это тоже куст кумберлена. Это скрещенная малина вместе с ежевикой. А вот это куст ёшты. Это ж клубника, видишь? А вот это вот большие растут лопухи. Вот это горчица. Это в нее можно заворачивать, это самое, салатик. Тоже горчица. Это горчица, да. Вот сколько у нас горчица. Да, да. Вот это еще одна золотистая смородина. Вот это черная смородина куст. А вот это у нас миндаль. Видишь? Прижился, дал ростки. Так что растет. А это у нас вот ореш. Этот орешник или фундук. Дерется. Укропчик. Укропчик. Это тоже черная смородина, а это красная смородина. Абрикосик.
ежевика. А там вон, вот та у нас. То ли смырека, но в общем, то, что мы привезли с тобой. Да, да, из Буковели. Из Буковели. Угу. То есть малинка у нас немножко. Слива. Вишня. Вишенки будут какие-то уже. Да, вишенки много. Еще малинка. Можешь пока приостановить, пойдем тогда в